Так, мне нужно было в банке онлайн обратиться к поддержке, и я вижу в который раз уже, что робот отвечает. Но в прошлый раз робот не понимал моих вопросов, слишком сложные были для него, а в этот раз он мне помог. Вот я пишу, что означает прислагтетьенесте в моих транзакциях. И он мне ответил, что это банковские платежи за банковские услуги. Ну вот попробуем более сложный вопрос задать ему. Например, как я могу послать деньги, например, в Испанию. И тут я напишу тест. Отлично. То есть он распознал Испанию как зарубеж, и он пишет, вы можете отправить за рубеж по онлайн вот таким образом. Нажать вот в эти рубрики. И дальше указывает, какие сведения должны вы иметь при этом. Но зададим еще что-нибудь такое из жизни. Надеюсь, банк не будет против, что мы робота эксплуатируем. Напишем тест опять. Напишем, как его зовут. Имеем право спросить робота. Да, вот теперь он пишет. Я немного не уверен, что вы имеете в виду. Вы не можете заново спросить. То есть вывод такой, что, конечно, роботы появились в нашей жизни, но пока до человека им далеко. Особенно, что касается креативности.